Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки». Я ее ведущий Андрей Печерин. В 1892 году Владимир Соловьев написал стихотворение «С нами Бог», которым мне сегодня хотелось бы начать нашу программу. «Во тьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне, цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно, и слово вновь в душе твоей родилось, рожденное под яслями давно. Да, с нами Бог, не там, в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в дыхании бурном, и не в уснувшей память веков. Он здесь, теперь, средь суеты случайны, в потоке шумном жизненных тревог владеешь ты всерадостною тайной. Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Так называется книга, посвященная трагическим событиям 20 века и подвигу православных христиан. Она вышла в свет в издательстве Московской патриархии и находится на нашей книжной полке. Каждый год в начале февраля Русская Православная Церковь празднует собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Этот день посвящен воспоминанию о сотнях тысяч наших соотечественников, пострадавших за веру в 20 веке. Как отмечает главный редактор издательства, протоиерей Владимир Силовьев, они были в разных чинов и званий, но в лихолетие совершили свое течение в добром подвиге, не сообразуясь веку сему, но освящаясь благодатью Христа. Среди них есть те, чья святость засвидетельствована Церковью. Мера праведности других остается сокровенной у единого сердцеведца. Все они объединены причастием общей скорби, постигшей русскую церковь в 20 веке. Эта книга — опыт восприятия и осмысления жизненного пути наших героев, их свидетельства. Не жития, а скорее очерки, освещающие тот или иной аспект жизни человека или в целом его жизненный подвиг или образ его праведности. Хронологически она охватывает весь 20 век и разделена на 5 частей, не только по временным периодам, но и по общности подвига, вплоть до нашего времени, которое приняло эстафету их святости. В наибольшей мере здесь представлен подвиг мученичества. Это естественно. Прошедший век обозначен в истории Русской Православной Церкви как век исповедников и мучеников. Приступая к изданию этой книги, издатели стремились к тому, чтобы через мрак запредельного, иррационального зла и сверхчеловеческих страданий читатель смог разглядеть струящийся тихий свет вечности и убедиться в том, что бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Что миром, как говорил отец Иоанн Крестьянкин, правит Бог, только Бог и никто другой. В предисловии автор книги Мария Игоревна Дегтярева пишет: «Традиция почитания новомучеников имеет в православной церкви многовековую историю. Кровь мучеников — семя церкви. Мученичество за Христа с давних времен рассматривалось как знак особого избрания, ведь в жертву Богу приносится все самое лучшее. В православных русских семьях охотно называли детей в честь мучеников Вселенской Церкви, и молитвенное предстательство святого простиралось над всей семьей. Однако в сонме святых Русской Православной Церкви до начала минувшего века мучеников и исповедников было не так уж много. Именно 20 век, ставший веком небывалых гонений на православие и одновременно небывалого по силе исповеднического подвига целого поколения русских людей, восполнил эту нишу отечественной церковной истории. Такого количества мучеников и исповедников, просиявших за столь незначительный временной период, не знает никакая другая церковь. Члены царской семьи, архиереи, священники, монашествующие и миряне, люди разного возраста, образования и рода занятий, знаменитые и безвестные, проявили необыкновенное мужество и готовность стоять за веру и в вере даже до смерти. Общее число их неизвестно. На одном только полигоне подмосковного поселка Бутово, месте массовых расстрелов 30-х, начала 50-х годов, покоятся честные мощи более 300 прославленных церковью святых. 20 век стал поистине русской Голгофой. Последнее время, отмечает Мария Игоревна, мы уже привыкли к тому, что в месяцесловах, к
именам древних мучеников прибавляются все новые и новые имена с указанием даты мученической кончины. 1918, 1920, 1937 годы. Стали доступны биографические сведения, проповеди, наставления и письма многих мучеников, пострадавших в недавнем прошлом. О растущем их почитании можно судить потому, что в наши дни все чаще стали давать детям в крещении имена новомучеников. Однако из скупых, иногда по крохам собранных сведений о том или ином святом, порой трудно бывает воссоздать живой образ человека, который мог бы послужить нашим современникам примером христианского благочестия и верности Христу. Можно сказать, что мы все еще стоим на пороге раскрытия большой сложной темы подвига святых, просиявших в России в XX веке. К этому направлена и настоящая книга. Как совершается переход немощного человека в то духовное состояние, когда он становится исповедником и свидетелем Христовым, задает вопрос автор книги. В очерках о святых и подвижниках благочестия правда жизни переплетается с правдой жития. Свет евангельский, отблеск благодати, озаряет души этих людей, являлся вместе с тем маяком и для тех из них окружения, кого он коснулся. Многих само их существование укрепляло в терпении. В период гонений стремительно возрастала святость. Годами, набирая силу в событиях повседневных и внешне неприметных, увенчиваясь в судьбах новомучеников высшим подвигом свидетельства о Христе самой смертью. Житийные свидетельства, представленные в книге, как бы тонут в море зла и скорбей. Чтобы лучше высветить подлинную суть пережитой трагедии, выявить в ней правду христианского подвига, автор выбрал лишь те эпизоды, в полноте представить все здесь, конечно, невозможно, те эпизоды, в которых приоткрываются черты святости во Христе. Так, среди новомучеников Церкви Русской 20-го столетия ярко светит имя митрополита Киевского Владимира Богоявленского, первого архиерея, пострадавшего от рук гонителей. Его последние часы явственно напоминают страдания Христа. Пятница, ночь, спящие ученики, Христово одиночество в скорби. Он шел на верную смерть кротко, безропотно, осеняя себя крестным знаменем. Не случайно церковное празднование собора новомучеников и исповедников Церкви Русской связано с памятью этого святого в ближайший воскресный день после 25 января по старому стилю. В этом году празднование приходится на 4 февраля. В первые послереволюционные годы в адрес гонителей звучали слова обличения из уст первосвятителя, святого патриарха Тихона. Несколько лет патриаршества стали для святителя непрерывным крестным подвигом противостояния изощренным провокациям властей, пытавшихся разрушить церковь извне и изнутри. Предельно изнуренный скорбями и борьбой, постоянно испытавший на себе давление богоборцев, святитель скончался на Благовещении. Его похороны стали первым всенародным прославлением патриарха. В окрестностях шахты, куда была сброшена Елизавета Федоровна со своими соузниками, по уверению местных жителей, несколько дней раздавались звуки херувимской песни. Херувимская – особенно торжественный момент литургии, вынос святых даров. Души святых страдальцев приносились в дар Богу. Кончину священномученика Андроника, архиепископа Пермского, мучители назвали похоронами Андроника. Выкопанная самим святителем в лесу могила оказалась коротка, пришлось продлить ее в ногах. Закончив, владыка попросил разрешить ему помолиться. Палачи разрешили. Архипастырь, помолившись, благословил пермскую землю и свою паству на все четыре стороны и произнес: «Я готов». Победители закопали владыку живым и лишь затем для надежности расстреляли его, погребенного под слоем земли. Узник Соловецкого концлагеря, священномученик Иларион, архиепископ Верейский, однажды сумел добиться у начальника лагеря разрешения служить пасхальную службу. К крестному ходу, вышедшему из ветхого кладбищенского храма, присоединились находившиеся рядом люди. Владыка Иларион умер на этапе в ленинградской тюремной больнице, заразившись в поезде сыпным тифом. Несравнима для нас ценность свидетельства епископа Ковровского Афанасия Сахарова, исповедника, которому Бог судил пережить страшные довоенные и послевоенные гонения и донести до новых поколений христиан правду исповедничества и мученичества 1920-30-х годов. В службе всем святым в земле русской просиявшим, составленной святителем, звучит голос прославленного церковью святого 20 века о своих современниках, подвижниках и сострадальцах. О многих из них рассказывает и эта книга.
Все далее уходит от нас 20 век. Свидетель жестокой грозы, разразившейся над нашей страной и всем миром. Век контрастов, необычной концентрации зла и жертвенности человеческого духа. Век, демонстрирующий падение православных империй и провозвещающий грядущие апокалиптические испытания. Век, принесший небу прекрасный, сияющий множеством граней бриллиант. Плод красный спасительного сеяния Христова. Сон святых, исповедавших имя Господа пред лицом гонителей и прославивших его подвигом мученичества. Только этот плод и может созреть в земной времени для вечности. Зло, как несущее, возвращается в свое небытие, а святость угодников Божиих сияет новыми, бесчисленными звездами в Царстве Вечного Бога. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Я же прощаюсь с вами. Всего вам доброго.